Первая у нас Полина, ей скоро 6 лет. Арсений, 4 года. Дальше у нас идет Женечка, ей тоже 4 года. Костя, 3 года. Так, и Натуся. Эти магнитики висят в семье Капустиных из Даниловского района на холодильнике и в шутку посвящены каждому из внуков. А их у Нины и Виктора 5, еще 4 детей. Все с высшим образованием, у каждого уже своя семья. Что такое семейный очаг и семейное счастье, дети знают на примере собственных родителей. Отец Виктор Михайлович – ветеран труда, железнодорожник. Мать Нина Васильевна – педагог с 45-летним стажем. Сначала работала учителем математики, потом заучем и директором. Мама дома и мама в школе. Это были два раза. Человека. Мама в школе. Дома папа. В чем секрет семейного счастья? Надежда Васильевна признается. Я считаю, что нам очень повезло. Достались очень хорошие детки. Послушные. Все учились хорошо. Мы никогда не знали с ними проблем ни с поведением. Не с учебой. Сегодня Капустины среди 12 многодетных семей, кому вручили медали за верность родительскому долгу. Все эти люди достойно воспитали 4 и более детей. В счастливой семье мы действительно можем воспитать по-настоящему достойных граждан нашей страны, которые будут полноценно трудиться. Они растут на примерах добрых, таких семейных ценностях, которые сейчас мы поощряем государством. Медали сопровождаются единовременным денежным поощрением. С 2010 года наград были достойны 142 родителя. В этом году лучшими стали семьи из Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Переславского, Пашихонского, Тутаевского, Угличского районов и из города Ярославля. Ольга Преснухина, Сергей Мазилов. День в событиях.